привет! Вы смотрите YouTube-канал «Мое». Меня зовут Вика. Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab S6 Lite. Чем он лучше или хуже за своего старшего брата? Tab S6 сейчас расскажу и покажу. А вот новинка выглядит вот так вот. Еще такой классный голубенький чехол. Поехали! Внешне планшеты очень похожи. В Tab S6 фирменное перо размещается в специальном слоте на задней панели планшета. Там же вы найдете двойную камеру. А в Lite-версии уже одна камера и слота для пера нет. Но если у вас есть вот такой чехол, то перо вы можете разместить примерно вот таким вот образом. Мне кажется, что это очень удобно. Планшеты очень тонкие, но Lite имеет профиль 7 мм, а Tab S6 5,7 мм. Также в новинке фирменное перо S Pen было переработано для более удобного хвата. Но тут нет внутренней батареи, Bluetooth и воздушных жестов. По разъемам практически все одинаковое, за исключением разъема для наушников в Lite-версии. Galaxy Tab S6 Lite получил 10,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 2000 на 1200 пикселей. В старой же версии дисплей в 10,5 дюйма, Super AMOLED и 2560 на 1600 пикселей. Можем сделать вывод, что в Galaxy Tab S6 Lite будет чуток хуже изображения, чем в S6. Цвета будут не такими яркими и насыщенными, черный будет не такой глубокий. Tab S6 более мощный. Он оснащен чипом Snapdragon 855 в паре с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти. В Tab S6 Lite за производительность отвечает 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц Exynos 9611. Тут 4 гигабайта оперативной памяти, внутренний 64 или 128. Есть слот для карты памяти объемом до 1 терабайта. Работает планшет под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2.0. А вот в Galaxy Tab S6 девятая версия, и тут могут быть проблемы с обновлениями. За автономность в обеих планшетах отвечает аккумулятор на 7040 мАч. Оба планшета используют один и тот же функционал сетей. Однако в Tab S6 имеет распознавание не по отпечатку пальца, чего нет в новинке, но есть аутентификация по лицу. Galaxy Tab S6 Lite несет на борту адаптеры беспроводной связи, Wi-Fi, естественно, Bluetooth 5.0, приемник спутниковых навигационных систем, GPS и GLONASS. Пару слов о камерах. Tab S6 – сенсор на 13 мегапикселей, сверхширокий на 5 мегапикселей и 8 мегапикселей фронталка. Lite на задней крышке основная камера с разрешением 8 мегапикселей, а впереди фронтальная камера всего лишь на 5. Примеры фото и видео можете увидеть на экране. Ну и последнее отличие – это цена. Galaxy Tab S6 Lite дешевле, так что выбор за вами. Если вам понравилось наше видео, напишите нам комментарии, нажмите колокольчик, про лайки не забудьте и скоро увидимся в новых видеообзорах.